Вирусологи Крымского федерального университета уверены, что республика нуждается в создании многопрофильного инфекционного центра. По их словам, необходимость в таком учреждении обусловлена тем, что плотность населения в регионе во время курортного сезона сильно возрастает, а это повышает риск распространения инфекции. Имея такой центр, мы решаем сразу несколько задач. Первое – это, конечно же, лечебно-профилактическую направленность, потому что вот эти перепрофилированные стационары, которые мы сейчас имеем, это не вполне себя оправдывает на длительный срок. По словам преподавателей Крымского федерального университета, на базе такого центра можно было бы организовать клиническую кафедру инфекционных болезней. Это существенно повысит уровень подготовки студентов-медиков к работе в условиях пандемии.